Здравствуйте! Сегодня мы будем кроить брючки. Брючки к нашему костюму спортшик женскому. Но я думала и решила, что я не стану повторять обычные спортивные брюки и давать вам такую же выкройку, как на мужском костюме, с той разницей, что надо линию бока провести к линии высоты сидения, а не к бедру, как у мужчин. А я вам хочу дать универсальную выкройку классических брюк, которую вы сможете моделировать, как вы захотите. Хоть это будут бананы, хоть это будут брюки карго, хоть это будут узкие, клешонные, неважно, какие это будут брюки, бриджи или шорты. С этой выкройки, которую вы сделаете и с минимальными припусками по талии и бедру, как для классических костюмных брючек, вы сможете моделировать любое брючное изделие. Любое. Как всегда, нам для этого надо наши талмуды непременно. Это будут мерки. Я потом, когда уже будем чертить, я вам все эти бумажечки покажу. Но вы должны обязательно записать мерки, записать. С моих формул вы тогда запишите. Это не формулы, это такие минимальные подсказки для вас, чтобы когда вы будете конструировать, может быть, еще раз, у вас были подсказочки, куда вы вели эти линии. Поскольку чертеж я даю без обозначения точек. Ни цифрами, ни буквами я их не обозначаю. Для этого нам надо линейка. Лекала длинненькая, изгибистая, которая поможет нам сделать красивые бедрышки и линию колена. Два фломастера разного цвета. Это будет передняя и задняя половинка, они будут разные. Это новый метод кроя, совершенно я такой вам не давала. Он не сложный, но он очень и очень хороший. И подходит он практически на любые размеры. Что же нам еще надо? Нам нужен лист бумаги. Какой он должен быть? Он должен быть в длину. Длина ваших брюк плюс до 10 сантиметров. Возьмите хоть бы 7 сантиметров дополнительно к длине брюк. Это будет длина вашего листа. Какая будет ширина вашего листа? Если у вас калька, любая бумага, рулон имеет ширину 90 сантиметров или там 85, да? И вы хотите уложиться в эту ширину. Мы будем сегодня кроить одновременно и переднюю, и заднюю на одном листе. Но если не будет хватать, вы возьмете два листа. Значит, как нам рассчитать ширину листа? Нам надо ширину передней половинки умножить на 2 и приплюсовать сюда, к этой ширине, 10 сантиметров на расстояние между штанинами, передней и задней. И 8 сантиметров – это будет ширина заноса линии сидения по задней половинке, которая уходит нам под ножки, под нашу попку. Вот. Значит, высчитайте ширину передней половинки, которую мы будем строить по линии сидения. По линии сидения она состоит полуобхват бедер делен на 2 плюс 6. Полуобхват бедер, деленный на 2 плюс 6. Это и есть ширина передней половинки. Эти 6 сантиметров. Что такое? Для больших размеров меньше 6 сантиметров я не беру. Выкройка будет 54 размера. 54-56. Вот. Те девочки, которые худенькие, возьмите не 6 сантиметров, а 5. Значит, отмерили мы лист бумаги, отрезали. У нас все выверено, и ширина, и длина. Как мы поступаем дальше? Отступаем от левого края листа вниз то расстояние, которое вы прибавили к длине изделия. Проводим горизонтально всю ширину листа. Провели. Это мы обозначили рамки нашего чертежа, его верхнюю линию. Край листа с правой стороны – это низ нашего изделия. Это длина наших брюк. От этой горизонтальной линии опускаемся вниз на высоту сидения, которую вы замерили или рассчитали.
В моем случае это 30 сантиметров. Я отступила. Проводим горизонталь от этой точки на всю ширину листа. Значит, верхняя линия – это талия. Следующая линия – это линия сидения. Между ними – это высота сидения. Вот это мы сейчас построили линию сидения. Между ними у нас есть еще бедро. Как нам нарисовать это бедро? Нам надо это расстояние между двумя этими линиями поделить на 3. В моем случае это 30 сантиметров, я делю на 3, получается 10. Значит, от линии сидения, которую мы только что провели, вверх поднимаемся на 1/3 этого отрезка и проводим горизонталь на всю ширину листа. Построили. Дальше. Дальше у нас по фигурке идут коленки. Нам надо построить линию колена, длину колена. Вы замеряете высоту вашего колена от талии, поскольку это женские брючки, все замеряется от линии талии, настоящей талии. Вы замеряете от линии талии до середины коленной чашечки. Это будет высота вашего колена. Откладываем от нашей верхней горизонтали вниз это расстояние, проводим горизонталь на всю ширину чертежа. Дальше у нас низ брюк. Значит, у нас уже край листа и обозначает этот лист, низ брюк. Это схема без припусков на швы. Почему? Потому что вы сможете по этой выкройке моделировать дальше любые штанишки, не путаясь за тем, где у вас есть припуски, где их нету. Вы когда смоделируете, вы тогда везде обозначите эти припуски уже на скопированном чертеже. Все, трафарет мы заготовили. Как нам теперь обозначить ширины на этом листе? Все линии, все наши контуры, мы базисную сетку создали по длине. Нам теперь надо по ширине. По ширине мы начинаем работать с линии высоты сидения. Линия высоты сидения, поскольку это будет самая широкая часть нашей передней половинки. Работать начинаем с передней половинки. Как нам рассчитать эту ширину передней половинки по линии сидения? Значит, нам нужно полуобхват бедра разделить на 2 и плюс 6. Это и будет самая широкая часть передней половинки. Откладываем это значение. В моем случае это 33,7. 33,7. Можете взять угольники, можете по всем линиям это 33,7, ой, свое значение отмерить. Вот. Все, мы обозначили это. Это граница нашей передней половинки, за которую мы уже не будем выходить. Обозначили эту границу. Обозначили эту границу. Не надо жирной линии, вы для себя просто обозначаете, чтобы потом не путаться с задней половинкой. Продолжаем строить нашу базисную сетку по ширинам, определяться. Вот мы отмерили ширину передней половинки, возвели в границы нашу переднюю половинку. Нам надо отделить от переда заднюю половинку. Я вам говорила, что для выбора ширины листа вам нужно прибавить 10 сантиметров расстояние для того, чтобы отодвинуть заднюю половинку от передней, чтобы вы могли нормально строить чертеж. Отодвигаем. Значит, мы просто от проведенной линии отступаем 10 сантиметров. Отступаем 10 сантиметров и проводим границы нашей задней половинки.
Вот отсюда начнем конструировать заднюю половинку. А для чего нам эти 10 сантиметров? Но не только для того, чтобы свободно чертить чертеж, и нам было комфортно и удобно. Нет, конечно. А эти 10 сантиметров, они дают запас листа бумаги или ткани. Вот, для того, чтобы строить заднюю половинку. Она ведь у нас шире передней, она у нас выше передней. Вот поэтому мы даем эти запасы на бумаге, чтобы было где нам развернуться. Было где нам развернуться. Мы сейчас будем заниматься передней половинкой. А из чего состоит задняя половинка? Я вам расскажу, когда мы будем ее строить, чтобы не повторяться несколько раз. Теперь я ухожу с поля вашего зрения. Мы будем снимать чертеж, и я буду вам озвучивать свои действия. Значит, для того, чтобы приступить к непосредственно к черчению, к созданию нашей выкройки, пожалуйста, запишите эти мерки. В полуобхватах. Полуобхват талии, полуобхват бедра, высота сидения, длина колена, полуобхват колена, полуобхват колена. Как он замеряется? Это замеряется окружность колена, проходя под коленкой и на коленной, на середине коленной чашечки. Это один замер. Второй замер – это вы замеряете ногу, сидя на стуле, когда нога согнута в сидячем положении, и замеряете по косой, проходя через середину коленной чашечки под ногу, и замеряете ширину вот этого обхвата. Это даст возможность вашим брючкам сесть вам на стул, позволит. Значит, полуобхват колена, тот, который вы сидя замеряете, пишите длину ваших брюк от талии и до желаемой длины. Эти мерки вы должны себе сразу же записать в половинных размерах, полуобхваты. Дальше. Сейчас мы будем определяли ширину передней половинки по линии сидений. Записывайте, вот я вам положила эту мини-формулу. Полуобхват бедра делим на 2 плюс 6. Ну, почему мы делим на 2? Ну, потому что у нас чертеж. Передняя половинка и задняя половинка. Вот они вместе составляют полуобхват. Но мы работаем сначала попереду, потом позаду. Значит, мы полуобхват делим на 2. У нас получается 1/4 часть чертежа. Вот и все. Я надеюсь, вы записали это для себя. Замеряйте и приступаем к работе. Значит, нам надо отложить по линии сидения полуобхват бедра, деленный на 2 плюс 6. Мы уже провели границу нашей передней половинки. Отработанная формула, убираем ее. Как мы работаем дальше? Нам надо определить ширину банта. Ширина банта по линии сидения, которая уйдет под ножки нам, как она рассчитывается? Полуобхват бедра делим на 10 и плюс 0,3. Плюс 0,3, потому что мы кроим классические брючки, не широкие брючки, поэтому плюс 0,3. В моем случае это 5,9, в вашем случае это будет другое значение. Откладываем это значение по линии сидения. Надо вам подписать, что это линия сидения, это линия бедра, а это линия талии. Это линия колена. Ну и, соответственно, внизу линия низа. По линии сидения мы откладываем полученное значение, уводя вглубь нашего чертежа. Уходя вглубь. 5,9. Отложили. Получили точечку такую. Из этой точечки нам надо провести вверх перпендикуляр к этой линии. К этой линии. Вот просто проводим перпендикуляр.
Есть. Провели перпендикуляр. Получили тоже точечку. От этой точки надо отступить вглубь чертежа 1 сантиметр. Отступаем. У нас получилась точечка. Отступили. Просто поставили эту точку. И все. И пока что остановились на этом. Дальше. Нам надо построить сам бант, линию банта. Как это сделать? Надо вот это расстояние от края передней половинки до нашего отвода банта замерить это расстояние. Вы знаете, что у вас, вы только что его откладывали. И такое же расстояние отложить на линии, которую мы проводили сейчас перпендикулярно. Отложили. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы правильно вывести срез этого банта, чтобы мы не углубили сильно и наоборот не дали лишней ткани. Сводим эти точки. Можете просто пунктирной линией свести эти точки. Свели. Есть. Это вспомогательная линия. Мы на нее не смотрим. Это вспомогательная была, ограничивающая переднюю половинку. Вот уже наши границы чертежа. Вот. Теперь, как же нам высчитать, сколько вот здесь будет расстояние? Проводим бисектрису с этого угла к нашей проведенной линии. Тоже можно пунктирной линией. От точки пересечения с пунктирной линией нашей вниз опускаемся на 1,5 сантиметра. Вот это и будет точка, куда мы углубим нашу линию, проводя ее здесь, обозначая линию банта. Теперь у нас есть еще одна точка, которую мы получили. И мы просто их соединяем. Значит, полученную точку, которую мы делали отвод на 1 сантиметр, мы соединяем вот с этой точечкой, которую мы поднимали от линии банта, высоты сидения. Есть. И ее уже можно навести, потому что у нас уже одна линия просто вот готова. Навожу для вас. Есть одна линия. Здесь, ниже, мы должны плавно соединить вот эту линию с этой точечкой. Мы построили линию банта. У нас уже на передней половинке вырисовывается какая-то красота. Дальше закончим работу с верхом. Нам надо сейчас рассчитать ширину передней половинки по линии талии. Прошу вас, обратите внимание. Значит, для этого надо полуобхват талии поделить на 2 и плюс 2 сантиметра. Что такое 2 сантиметра? Да это выточка. Если вы не захотите штанишки с выточкой, вы можете эти 2 сантиметра использовать на складочку. Если вы не захотите складочку, не выточку, вы эти 2 сантиметра просто игнорируете, не зашиваете и не загибаете, а оставляете их как свободу для пришивания резинки, которая присоберет вам эти 2 сантиметра. А если это классические брючки, то это поможет вам положить их красиво по линии талии. Значит, полуобхват талии поделили на 2, добавили 2 сантиметра, получили число. У меня оно такое. Откладываем от нашей уже готовой линии, которую я для вас навела, которая уже наша рабочая, мы вспомогательную уже не берем. От этой точки по линии талии, по нашей верхней линии откладываем полученное значение. 23,8.
Получили точечку. Получили точечку. Посмотрите, насколько она удалилась от края нашей штанинки. Это есть приталивание. Но по нашим меркам получилось именно так. По моим меркам. У вас может быть здесь меньше расстояние. Гораздо меньше может быть расстояние. Вот, получили точку. Нам надо плавной линией ее свести в линию бедра. Для этого используем наше лекало, которое повторяет линию бедра. Не сильно, не надо вот прямо ж вот такую круглую делать. Абсолютно, это незачем. Плавненькую мы сводим в линию бедра. Не в линию сидения, а в линию бедра. Так, я красным рисую здесь штанишки, значит, я красным наведу. Мы получили вторую границу наших брючек. Вот ее боковая граница, это боковой срез, а это срез по линии банта. Дальше. Но раз мы обозначили нашу выточку, да, а где ее расположить, ребятки, дорогие? Где вот тут можно расположить выточку? Для этого нам надо найти середину наших штанин. Как их найти? Замеряем по линии сидения точки. От края шагового шва до края бокового среза, вернее, извините, пожалуйста. 33, в моем случае 33,7. Значит, это будет, получаю 16,9. 16,9. Откладываем везде по нашим поперечным линиям 16,9. Все, сводим воедино. Это и будет центр наших штанишек, где мы будем заглаживать стрелку или не будем заглаживать стрелку. Это уже у кого какие планы на этот счет есть. Но мы обозначили середину, центр нашей штанинки. Вот она у нас проходит по этой линии, ни больше, ни меньше. Она должна быть очень точной, эта линия. Почему? Потому что если вы будете шить классические брючки, костюмные, они не должны ни вот так перекашиваться, ни вот здесь вот так сгибаться. У вас эта линия должна идти ровненько. И даже если бывают фигурки, когда ноги X-образные, вот, или неправильной формы, наоборот, дугообразные, вот, то все равно при правильном крое штанишек, брючек, при правильном расположении выкройки на ткани, строго по долевой нити, правильном расчете ширины колена, эта стрелка будет скрывать этот недостаток. Она будет к себе привлекать внимание и тем самым выравнивать ножки, у кого есть вот такой вот дефект. Ну, бывает, ничего страшного. Мы все не без изъяна. Вот. Значит, как нам теперь эту выточку посадить? Но нам надо обязательно ее посадить. Мы нашли линию середины штанинки. Углубляемся по ней на 8 сантиметров. Вот, пожалуйста, для всех на 8 сантиметров. Углубились, нашли точку. А теперь от центра в каждую сторону по 1 сантиметру. Мы ведь прибавляли 2 сантиметра, правильно? Значит, теперь эти 2 сантиметра нам надо лишних убрать будет. Значит, в каждую сторону по 1 сантиметру. Нашли эти точечки. И теперь смело соединяем с полученной нижней точкой. И у нас готовая выточка или складочка, это уж как вы захотите. Если вы хотите две складки, но я вам не рекомендую именно на этой выкройке это делать. Уж когда будете моделировать, вы просто сюда по линии талии еще добавите расстояние. А вот базовую выкройку, которую вы будете использовать, моделировать, которая повторяет вашу фигурку, пожалуйста, вот сделайте именно так. Сейчас не нужно лишнего на талию загружать. Вы сможете даже лосиночки шить
используя эту выкройку. С верхом мы определились, и мы его закончили. Когда вы выкроите штанишки, сделайте примерку, вы на себе обозначите перед зеркалом, нужно ли вам понизить эту линию талии или не нужно. А сейчас не надо ничего понижать. Пожалуйста, это классические штаны, и вот они должны выглядеть именно так. Только на примерке вы для себя выберете то расстояние, на которое надо понизить, если в этом будет необходимость. Ну что же, мы потихоньку пришли к середине нашего чертежа. Сверху мы закончили. И двигаемся в середину нашего чертежа. У нас дальше идет коленочка. Наша коленка. Это отработанные подсказочки для вас. Я их убираю, они здесь только мешают. Значит, как нам определить ширину по линии колена? Смотрите, куда нам вывести вот эти линии, эти штанишки, да? Как рассчитать эту линию колена? Полуобхват колена. Тот обхват, который вы замеряли сидя, который шире, чем обычный обхват колена. Полуобхват колена плюс 3 сантиметра. Получается число. Вот эта стрелка, которая нарисована, это обозначает, что это число должно от центра пойти в каждую из сторон. У нас две стороны, в бок и в шаговый срез. Значит, в каждую из сторон мы откладываем полуобхват колена, деленный на 2 и плюс 3. В моем случае это 13 сантиметров. Поставили точечку с одной стороны и от центра с другой стороны. 26. Я нашла эти точечки. Нашли. Убираем эту подсказочку. Берем другую. Ширина по линии низа наших брючек. Как рассчитывается она? Я надеюсь, здесь будет видно низ брюк. Мне дальше некуда двигать бумагу. Вот. Как она рассчитывается? Опять-таки полуобхват колена. Делен на 2 и плюс 1. И все. Значит, откладываем. В моем случае это 11 сантиметров. Откладываем 11 сюда и 11 сюда. 22 сантиметра. Есть. Смотрите, вот эти две точки по линии колена и по линии низа объединяем между собой прямой линией. Прямой линией, но не до конца доводите прямую линию. Сейчас я вам еще поясню немножечко, небольшой кусочек. Хорошо ли виден здесь чертеж? Смотрите, из этой точки, ниже, по линии низа, проведите линию, ну хоть бы 3 сантиметра вверх прямо, не под наклоном, а прямо. Это для того, чтобы вы смогли хорошо обработать затем низ брюк, когда подгибка ляжет очень красиво, она не будет косой. Ну, хоть бы несколько сантиметров, вот просто прямо проведите. Просто прямо. Я провожу 3 сантиметра прямо. Раз, два, три. Провела. А теперь эти точки красивенько соедините. Вот так. Вы вот этого даже не заметите, выравнивание этого, оно ляжет все очень красиво. И с этой стороны точно так же. Вот просто красивенько сведите вот сюда. Все, низ. Проводим линию низа еще яркой ручкой, чтобы вам было видно. Низ брюк у нас готов, верх брюк у нас готов. Нам осталось нарисовать серединку. То есть соединить то, что ниже колена, с тем, что выше колена. Объединяем это плавненькой линией. По боковому шву просто берете лекало и объединяете плавненькой линией. Пожалуйста, не свирепствуйте вот здесь, не выгибайте вот такие круги.
у вас будет на штанах здесь пустота, или она будет завалиться в складочку, когда полненькие бедра, и здесь есть такое углубление. Она здесь должна быть между бедром и линией сидения практически ровной. Вот практически ровной. Не усердствуйте, пожалуйста. Значит, вот здесь она у нас идет, ну вот, ну совсем, совсем-совсем легкая, да на 3 миллиметра. Вот я делаю карандашиком скругление, а дальше от этого скругления я буду углублять. Вот здесь наоборот. Вот здесь я свожу, видите, вот я отступила 2 миллиметра, здесь практически прямо. А вот уже под нашей попкой, вот здесь, я хочу, чтобы линия сошла плавненько сюда. Углубилась немножко. Провела, смотрю, как оно у меня здесь ложится. И здесь тоже плавно, плавно скругляю. Вот. Вот боковой срез наших штанишек, он готов. И без вот этого свирепого капюшона. Понимаете, у нас здесь идет бедрышко пряменько. Вот здесь даже я бы еще немножечко, чуть-чуть бы углубила вот так. Вот. Ну, то я уже для себя это сделаю. А как нам быть вот с этим швом? Элементарно. Что мы делаем? Мы соединяем край по линии сидения, точку, и точку по линии колена. Вспомогательной линией, пунктирной. Проведите себе здесь пунктир просто. Поделите эту линию пополам. Делим пополам. Можете на глаз, можете так. 31,5. Поделили эту линию пополам. И отступите вглубь штанины на 0,8. И теперь плавной линией соедините эти точки. Плавненькой, красивой линией, проходя через точку 0,8. На лекале найдите себе такую границу, где она, где оно проходит по всем этим точкам касательно. Все, вот наши штанишки, передняя их половинка полностью готова. Наша передняя половинка полностью готова. Начинаем работать задней половинкой. Для этого нам надо по линии сидения отложить ширину задней половинки. Как рассчитывается ширина задней половинки по линии сидения? Значит, так видно, думаю? Значит, ширина передней половинки, которую мы построили с вами, всю ширину передней половинки. Вот просто отступая 10 сантиметров от передней половинки, мы границу обозначили наших штанов. Да? И вот край листа, это является второй границей нашей задней половинки. Значит, нам надо на линии сидения отложить вот эту ширину передней половинки, полную по линии сидения, плюс полуобхват бедер делен на 10, и к этому значению прибавить 2,3 сантиметра. Вот убирая ширину передней половинки, я высчитала, что ширина вот этого заноса, который уйдет нам под ноги по линии сидения задней половинки, составит 7,9 сантиметров. Значит, ширину передней половинки плюс полученное значение. Обращаемся к нашим талмудам. Ширина передней половинки у меня сколько? 33,7. Вы откладывали, у вас свое значение. Это просто братья-близнецы. Мы вот это копируем, просто переносим на заднюю половинку. И вот это тоже переносим на заднюю половинку. Вот всю ширину линии сидения. И вот эту линию, которая идет вверх, которая ограничивает эту линию. Значит, от бокового шва начинаем, от бокового шва откладываем ширину передней половинки по линии сидения. Копируем полностью то, что мы построили попереду. 33,7 от бокового шва. Отложили.
33,7, получили точку. Отложили. К этой точке нам надо прибавить полуобхват бедра, деленный на 10, и плюс 2,3 сантиметра. Получаем значение для задней половинки, для заноса, который будет у нас к шаговому шву примыкать, уходить нам под ножки. Значит, полуобхват бедра делен на 10, плюс 2,3 сантиметра, получаем значение, в моем случае 7,9. У меня не хватило бумаги. Мне надо 7,9. Вот я провожу эти 7,9. Вот моя граница. Вот моя точечка получилась. Я взяла здесь 10 сантиметров запаса. Можно было брать и 9 сантиметров. Вот это мы нашли границу самой большой ширины по задней половинке. Когда мы отмечали точку, ширину передней половинки, вот у нас граница, где закончилась передняя половинка. Вот эта точка. Но у нас на передней половинке есть вот здесь ширина этого банта. Да? В моем случае это 5,9, в вашем случае другая цифра была. От этой точки отклонитесь вглубь чертежа на это расстояние 5,9. И проведите вертикаль вот сюда, к крайней линии талии. Вот просто проведите вертикаль. До линии талии. Провели вертикаль. Теперь от этой же точки, края передней половинки, до бокового среза задней половинки, который мы ограничили, делим расстояние пополам и получаем линию заглаживания стрелки, так называемую 33,6. В моем случае 16,8, где-то так. Значит, я везде откладываю эти 16,8. Или угольником проводите, как вам хочется. Теперь нам надо поделить расстояние между линией, которую мы провели первую, и вот центром поделить на три части. Получаем точку. Из этой точки проводим перпендикуляр вверх. Высотой высчитывается 1/10 полуобхвата бедра, полуобхвата минус 1 сантиметр. Значит, полуобхват бедра делите на 10. Отнимаете 1 сантиметр, получаете значение. Откладываете вверх перпендикулярно линии талии это значение. Нашли точку. Эту точку, вершину, которую мы получили, то есть мы дали запас ткани на округлость наших ягодиц, соединяем пунктирной линией с нашей линией, с нашей точкой, которая находится на линии сидения. Пунктиром пока что. Соединили. На пересечении с линией бедра получили точечку. Просто поставьте точечку и все. Теперь замеряем это расстояние по линии сидения до края передней половинки. В моем случае 5,9. В вашем случае ваша цифра. Ставим такое же на вертикали. Такое же расстояние. То есть мы делаем то же самое, что мы делали, когда мы хотели скруглить вот эту зону. Проводим перпендикуляр. Соединяем эти точки. Просто соединяем эти точки пунктиром. Бисектриса. На бисектрисе мы должны отложить. Так, это ширина задней половинки. Я вам еще. Вот. На этой бисектрисе мы должны отложить полуобхват бедра делен на 20. 1/20 полуобхвата бедра. Это 2
2,8 сантиметра. 2,8 сантиметра. С этого угла отмеряем 2,8. Вот эта точка. Когда мы будем скруглять эту зону, мы будем ориентироваться на эту точку. На эту точку. И на эту точку. Мы их объединим. Нашли эти точки. Надо поработать с талией. Мы нашли, вот подняли вверх перпендикуляр, нашли крайнюю точку, вершину нашего среза сидения, вершину его. Нам теперь надо рассчитать ширину задней половинки по линии талии. Рассчитываем. Как же она рассчитывается? Полуобхват талии делится на 2 и плюс 3. Полуобхват талии делится на 2 плюс 3. Что такое 3? Точно так же, как на передней половинке, это ширина выточки, которую мы даем для задней половинки. На задней половинке она гораздо длиннее, чем на передней. И она составляет 14 сантиметров. 14 сантиметров. Получили цифру. Как нам ее отложить? От верхней точки по линии сидения выводим линейку, чтобы вот это значение, которое вы получили, соприкасалось с линией талии. То есть в моем случае 24,8. В вашем случае это будет другое число. И вот когда эта цифра приходится на линию талии, ставите точечку. Вот она у меня вышла вот сюда. Вышла немного за пределы моего чертежа задней половинки. Это абсолютно нормально. У вас она может даже не доходить туда. Рисуем линию. Это и есть талевый срез нашей задней половинки. Как нам поместить здесь выточку? Она у нас 3 сантиметра. Мы помним, она у нас 3 сантиметра. Значит, нам надо нашу полученную талию просто разделить пополам. У меня это будет 12,6. 12,6. Перпендикулярно срезу талии. Опускаемся вниз и откладываем глубину нашей выточки. 14 сантиметров. 14 сантиметров. А ширина ее 3 сантиметра, значит по полтора в каждую сторону. Есть. Соединяем точки. Используя в классических брюках, вы будете ее закрывать, а в спортивных брюках будете игнорировать. Она просто будет у вас присобираться на резинке. Выточку мы построили. Теперь нам надо определиться. А бедро, куда у нас уйдет бедро и как, ну, что нам делать с этой ерундой? Значит, для этого мы должны наш срез, который мы до бедра, где мы на бедре точку находили, вершину нашей уже талии, обозначить линией. Основной линией, которая будет уже окончательно, это мы нашли. Срез сидения в задней половинке. Вот он у нас куда доходит. Вот. Здесь нам надо эту точку объединить вот с этой. Аккуратненько. Можно под лекало, можно так, пунктирчиком. Вот эту точку. Пока что объединяем с этой точкой. Она у нас опустится, эта линия. Но мы вот этот срез обозначили. Скругление потом наведем. Есть. Работаем по линии бедра. Значит, полуобхват бедра плюс 2 сантиметра на свободу облегания. Минус
Ширина передней половинки по линии бедра. 29,6 в моем случае. 29,6. Откладываем это значение. По линии бедра от наведенной нашей точки, которую мы уже обозначили, вот полученное значение. 29,6 в моем случае. Вот, смотрите, как вышла точка за пределы чертежа. Вот для этого мы оставляли здесь свободное расстояние. Вот где будет ширина бедра по задней половинке в моем случае. Мы можем объединить эти точки лекальной линией. Не надо здесь выпуклости огромные рисовать. Вот просто плавная лекальная линия. Вот так. Есть. Довели. Теперь нам надо определить ширину по линии низа и по линии колена. У нас есть талмуды. Ширина по линии колена задней половинки. Смотрим. Полуобхват колена делим на 2. Полуобхват колена делим на 2 плюс 4. В моем случае эта цифра. Значит, в каждую сторону от центра мы откладываем вот это значение. Как правило, оно на 1 сантиметр больше, чем по переду было. В моем случае 14 сантиметров. Я откладываю. Есть, нашла точку. 28. Есть. Нашла точку. По линии низа то же самое, как спереди, только прибавляем 2 сантиметра. Полуобхват колена делен на 2 плюс 2 сантиметра, получается 12. В каждую сторону от центра 12 сантиметров. В каждую сторону. А вы свое значение получаете. Объединяем эти точки, выходя под прямым углом снизу. Ну, небольшое расстояние вышли снизу под прямым углом. Подшивать их было хорошо, если они будут у вас узкие. Объединяем точки низа и колена. С низом справились, навели. Наша задача объединить эти точки и объединить эти точки. Что касается этих точек, здесь просто плавной линией мы выведем вот до линии сидения, углубляя. Просто плавную красивую линию нам надо нарисовать, чтобы она вам нравилась. И объединяя вот здесь. Есть. Что касается этой линии, нам надо замерить по переду расстояние, которое получилось на нашей штанине по переду, и отложить такое же самое по линии шва. Ой, по линии, по шву шаговому замеряем вот это расстояние до линии колена. 31,5. Нарисовать такую же дугу. Для этого мы объединим вот эти две крайние точки колена и сиденье. Есть. Делим ее пополам. 16,5. Углубляемся на 1 сантиметр. Сюда. Есть. Вырисовываем дугу. Ищем так, чтобы через это прошло лекало, через эти точки. Ну, где-то вот так вот нарисовали. Соединили с этой точкой. Получили дугу.
отложили на этой дуге то расстояние, которое вы получили на передней половинке, замеряя ее. Откладываем здесь такое же расстояние. 31 на 4. Нам их придется сшивать, и они должны быть идентичны. И для того, чтобы красиво сидели и не морщились между ног. Смотрите, насколько опускается. Смотрите, вот насколько опустилась. Вот настолько. Вот насколько опустилась. Значит, нам теперь вот эту точку через эту надо соединить вот сюда. И вот теперь будет точно обозначен наш занос по линии середины. Вот такое скругление в моем случае получилось. Смотрите, опускаемся. Перпендикуляр такой. Видите, сколько ушло? Надо этот кусочек добавить и свести это скругление к этому кусочку. Пусть это даже 2-3 миллиметра, но вы их лучше уберете на примерке, чем на бумаге, а потом не хватит ткани. И выводим эту линию красиво. Все, наши брюки готовы, мы можем их вырезать. Значит, лучше вы этот кусочек, вот вы удлинили эту штанину вот на такой кусочек, потому что она была, точка вот здесь была. Так вот, лучше вы срежете на примерке, а здесь будет на рисунке так, как надо, так, как надо. Все, штаны готовы. Мы можем смело их вырезать. Наша задняя половинка готова. Подписываем, что без припусков. Так, закончился мой карандаш. Без припусков. Все. Ну вот мы и закончили наш чертеж. Вы можете вырезать его и хранить у себя и пользовать ее на разные модели. Я пока что не буду вырезать, поскольку мне эта выкройка нужна всего лишь на один раз. Я буду прямо на ней моделировать, чтобы экономить бумагу, еще раз не использовать такой большой лист бумаги. Поэтому я дальше буду на нем моделировать. Ну что же, мы славно потрудились. Я очень благодарна вам за внимание и терпение. Урок, возможно, немножко длинненький, но полезный. Спасибо вам, дорогие мои, и за ваши комментарии, за ваши подписки. Я всегда вам рада. Спасибо огромное. До новых встреч!